Народ, всем привет! С вами снова я, училка физкультуры в Эмиратах. И после дворца шейха Заида мы пройдемся с вами в спортивный магазинчик. Ну, вот мы вышли из дворца шейха Заида и идем по Эляйну. Вот он, Эляйн. Когда нужно переходить дорогу, нужно нажать обязательно такую кнопочку. Я помню, раз плюс 40, минут 5 стояла, чуть сознание не потеряла. И если нажмешь кнопочки... О, меня уже опередили. Ничего не получится. Сейчас идем в спортивный магазин. Ждем, пока загорится. Вот красивые какие канделябрики. О, прям украшение. А вам красный цвет тоже перчаточку напоминает? Мне сейчас, похоже, все перчаточки напоминает. Но я в масочке, без перчаточки. Слышите, какой звук такой? Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Короче, как под расстрельно переходить нужно быстро. И всегда не хватает времени. Видите, уже красно. Вот, переходим на другую сторону от дворца шейха Заида. И начинаются магазинчики, где можно перекусить, выпить сока фреша вкусного и купить билет непонятно куда, потому что все еще коронавирус. Все, идем гулять. Дворец шейха Заида и автобусик. Видим, во времена коронавируса многие агентства закрыты. А КЛМ, кстати, открыт. Да, и люди есть, сидят. Интересно. Вон уже наш магазинчик. Ох, Элянь зеленый, зеленый. Смотрите видео с Дубая, вы увидите, что Элянь очень зеленый. Вот Sun and Sport, Sun and Sand, Factory Outlet. Здесь всегда распродажи спортивных вещей. Идем. Ну вот, я сразу захожу. И знаете, какая шикарная распродажа? 39, 10 долларов футболки Эляйна. Я люблю этот клуб. У меня есть вот такая вот футболочка. Вот такая футболка Эляйна у меня есть. Вот. Сейчас, значит, возьму себе несколько футболок. Вот это их оригинальный цвет. Я фиолетовый, I'm purple, они все время говорят. Сейчас возьму себе беленькую в подарок и желтенькую, потому что обожаю клуб Элянь. Ух ты, какая распродажа классная. Боже, ну и футболки по 49 Челси остальные. Ну сейчас просто, просто... Будет шик и класс. Джордановские футболки есть по 69. Но это распродажа, ну, это не сильно дешево. Вот 49 уже хорошо, чуть меньше 10 долларов. Помним, да? Узнать доллар, делим цену в дирхамах на 3,68. Узнать цену в гривнах, умножаем на 7. И в других валютах, простите, я не знаю, просто Google вам в помощь. Футболочка Барселона 49. Настоящая. Не, ребята, это шик, это шик. Это просто класс. И как мне форма Эляйна? Фух. Просто скажите, что классно. Все, шопинг удался, ребята, шопинг удался. Большая, да? Большая. Почему нету поменьше эсочки? Лучше XS-очки. Ох, ну, белую точно возьму. Смотрите, какая прикольная футболочка Джордана маленькая. За 59 дирхам. Вообще прелесть. Такой детские отдельчики здесь. Вот футболочка Джордана и шортики. Но это не распродажа. Это, конечно, приличные такие деньги.
Идем посмотрим рюкзачки. 89, в принципе, как и в моем видео о покупке обуви и одежды. У меня там про рюкзачки, там, по-моему, тоже цена была 89. Сумки Adidas 115, 145. Дальше пошли рюкзачки по 99, по 125. Разные-разные. И сумки в том числе разные. Вот мне нравятся вот такие прикольные. 135, 119. Прикольные такие, да. И милитари. Дальше бутылочки. Бутылочки, поилочки. Наверное, вам плохо видно, но сзади стенды. Очень тяжело мне встать и снять. Дальше идет серия носочков. Носочки дорогие какие-то. $10 за 3 носка. Хотя я не знаю, как сейчас в Украине. Возможно, такая же цена. Тапочки по 129 дирхам. И 99 такие. Не, вот тапочки дорого, а точно вам говорю. Подходим к секции бейсболок. 89 дирхам. Но обычно такие оригинальные могут до 100 дирхам стоить. 45, 55, 65. Вот у нас футболочки спортивные. Nike, Jordan, Adidas, Under Armour начинает с 49, дальше 99, 69, могут быть 100. Футболки все оригинальные, это Эмираты. Здесь за подделку по голове не погладят. Штанишки висят. Сейчас дойду показать вам. Вот цвет шортика очень приятный. Ну, 99, почти $30 шортики. Вот. Здесь обычно много распродаж бывает. Я вам скажу так, заходила я в Киеве в магазин Adidas, так там цены были в момент распродаж намного дороже, чем здесь в Иляйне. Цены, когда распродаж нет в том же Adidas. Причем те же вещи. Дубай. И здесь сувенирная символика, типа как вот майки по 75, спортивные, симпатичные. А вот для бега шортики. Разной ценовой категории, цветовой категории и разных брендов. Честно, даже бывает, гуляю здесь и ничего не покупаю. Просто погулять, померить. Такое развлечение. Спускаемся на первый этаж. Просто посмотрите, сколько здесь обуви. Просто немерено. Фитнес-инвентарь и обувь. Просто от размеров до брендов. Целая палитра цветов. Ой, конверсы обожаю. У меня такие похожие зелененькие есть, только более темного цвета. 179. Вот я вот за 99, по-моему, брала. 99, 89. Это нормальная цена для конверсов. Какие прикольные черные конверсы. 99, вот это вот, да, это хорошая цена. У меня вот такие вот. Такого болотного красивого цвета, зеленого. Ой, красные красивые. Ой-ой-ой, класс. Ну и вот от и до, просто от и до. Но здесь, смотрю, вся ценовая категория 200-300 дирхам. Ну что-то дорого. Вон ли какие-то по 189.
Последний раз здесь себе купила шикарные Адидасы за 89, а это Найки за 189. Ой, что-то дорого. Аж удивляет. То есть вы понимаете, да, конца края магазину не видно. Здесь можно, можно до 100 дирхам найти. Сейчас попробуем найти с вами что-то хорошее. Ну да, 200-300 дирхам ценовая категория. Ну вот, кроссовочки. Смотрим, 139-149. Но это либо женские, либо детские по таким ценам. Девяносто девять. Нет, размер такой здесь приличный. 38,5. Это да, это женские размеры. Тапочки здесь такие никогда дешевые не были. Примерно 99 дирхам все время. Значит, где-то около 30 долларов. Протискиваемся сюда. Или не протиснулась. Ага, видите, kids. Это все-таки для кидсов. Попробуем найти что-то недорогое для взрослых людей. Вот, женский 7-8. Это как раз где-то мой размер. 40-41. Но цены вообще не алло. 189, что-то такое минимальненькое. И немножко страшненькое. Остальные 200, 400. Что такое за 500 дирхам? Ребята, это 500 дирхам стоит? Ну, я извиняюсь. Нет, что-то вообще. Что сегодня с ценами? Если по футболкам какие-то распродажи есть, то по кроссовкам все красочное. Он 159. Покажись, черное и страшное. Ясно. Что-то вообще никак. Вон за 169 есть серенькие. Не, ну такие себе. 169, сколько это? Где-то 40 долларов примерно. 50 даже. Дорого. Где хоть какие-то распродажи? Я же здесь покупала. Вон симпатичненький цветочек, да? Вот такой цветочек, 165. Остальные какие-то цены просто не алё вообще. Ну вот, 189, 179 по 50 долларов. Under Armour. Что-то более-менее. Ага, вот, 179, 185. Боже, 659. Что это с бриллиантами? Господи, страшное какое. Господи. Так, я же сказала, что мы найдем сейчас что-то. Обязательно найдем. 179. Не-не-не-не-не. Вообще никак. Вообще никак. Ребята, что это? 159. Ну, это размерчик маленький. 6,5. 38,5, наверное, это. 37,5 это. Ну, здесь обычно распродажи стоят. Но здесь, смотрю, по размерам детская ножка. Хорошо, давайте вот посмотрим. 169 раннинг. Не знаю, ну какой это раннинг? Он такой какой-то, как ходюминг, не раннинг. Ходить. Ой, что сегодня распродаж вообще на обувь нету. Цены дикие. Вот здесь мои Adidas стояли за 89 дирхам. Удобные, я их взяла, тренируюсь в них в зале, просто счастлива. Ну, я же говорю, такой период. Бывает, что нету распродаж, ты облизываешься и просто уходишь. Ну, ничего не поделаешь. Как вы уже догадались, мой любимый отдел. Футбольные мячи. И бутсы. Кстати, бутсы у меня 6 пар. Тоже брала на распродажах. Ну вот сейчас, да, какие-то 199 цены. Не знаю, я брала все до 100 дирхам.
У меня просто шикарные есть бутсы, сороконожки, бампы для футзала. Вот оранжевые у меня есть. Я их брала за 60 дирхам на распродаже. Что это сейчас 249? Что за цены, мама дорогая? Ну вот за 99 только такие есть, но мне они алые. Смотрятся, ну ничего так, ну мне не нравятся. Вот салатовые такие у меня есть. Боже, я их меньше 100 дирхам брала. Да, вот с такой же подошвой для зала. Они у меня сейчас дома в Киеве, я их привезла. Вот, ждут меня в Киеве. Дай бог, корона скоро закончится. И попаду я домой. Бутсы я брала за 100 с чем-то. Помню, в Дубае я брала. Шикарные, вот похожие на вот такие, только еще с красной красочкой. Ну вот как-то видим, бутсы дороговатые, как и кроссовки сегодня. Что-то... Распродаж сегодня на обувь нету. А вот что я нашла классного. Шикарные Тимберленды за 149. Такая себе осенняя обувь. У меня такие же есть болотно-зеленого цвета. Да, я люблю болотно-зеленый цвет. Это неплохая тема. Думаю, что их осталось немного. Уже коробки такие помятые. Вот за 149 такие Тимберленды. Это хорошо. А остальные, я прошу прощения, сегодня вам никаких распродаж, наверное, не покажу. Ну вот, за 149 мужские кроссовочки. Они же страшные, как не знаю кто. За 159. Что это такое вообще? Ой, как-нибудь придем в магазин, особенно, я думаю, под Рамадан, и тут такие распродажи будут. Тут будет, наверное, 89-99 цена. Ну, 200 будут стоить те, которые стоили 600. Это я вам точно говорю. Ну вот, вот 179. Ну я не знаю, ну что это? Это ужас какой-то. Это вот больше 100 баксов. Ну, не знаю, 399. Не знаю, ребят, честно. Вот не дала бы и не купила бы сегодня ничего. Даже если мне кроссовки нужны были бы, наверное. Цены просто зашкаливают. 200, 200, 500, 509. Просто посмотрите на эту обувь. Это какая-то очень некрасивая. Даже какого-то розоватого цвета, не белого. Очень страшная обувь за очень большие деньги. Разочарована сегодня. Но с другой стороны, мой кошелек будет тяжелее, не облегчится. Так что это есть тоже неплохо. Вот. Возвращаемся, откуда мы начали. Надеюсь, вам видео все же понравилось. Ставьте лайк. Подписываемся, и наша тема шопинга не заканчивается никогда. Нашла что-то вроде распродаж здесь. 169-189 цены. 199 Best Buy. То есть на Best Buy ставят распродажу. Ну вот что-то уже не фонтан, но не по 500. Вот, 179, так выходи на свет, 189, 179, 189, 189, красненькие или бордовенькие, 199, 195, 155, ну уже кое-что, сейчас обойдем, ну и 139, ну такие немножко калошики Adidas, даже я сказала. О, 149. Ну, какие-то уже есть с подвижки. Это, скорее всего, такие ходильные кроссовки, не тренировочные. Вот тренировочные. 185, 185. Ага. 175, 165. Вот, о, 139. Просто король сегодняшних распродаж. Ну, такой... Как бы сказал мой отец, говнодавчики. Ну, распродажи все-таки есть.